Привет всем, с вами я, Заза, и сегодня покажу вам секрет GTA Vice City Stories, как получить такой бледненький, ну что-то похожее на желто-зеленый такой Street Fighter, который получается в миссии за Мартинеса, которая называется Conduct Unbecoming. Фух, наконец-то мы приступили к GTA Vice City Stories, буду постепенно встречать, точнее вспоминать. Вот, кстати, он вспоминает город, то, что очень давно я тут был, проходил сюжет. Ну, вот какой-то бледненький такой действительно цвет. Может, на бежевый немножко похож, хотя вряд ли. Ну и что? Самая, наверное, простая миссия, в которой можно когда-либо получить уникальную машину. Потому что все, что здесь надо делать, это выполнять миссию по сюжету, по самому. Я думаю, не составит у вас труда. Сейчас нам нужно найти Мэри. А Мэри находится на вечеринке, но до вечеринки еще надо доехать. Буду тут пока ехать, вспоминать. И если я забыл какую-либо машину в GTA Liberty City Stories, обязательно напишите в комментариях, чтобы я мог восполнить свой пробел и исправить свою ошибку. А также, если вы знаете какой-либо секрет в GTA Liberty, Vice City, либо же Chinatown Wars, то обязательно пишите его в комментариях. Потому что канал у меня в основном направлен именно на секреты. Но так как секреты, ну, кончились даже, мягко говоря, такие более-менее полезные, то приходится снимать уникальные машины. Их, в принципе, тоже можно отнести как секрет. Итак, мы приехали к нашим будущим апартаментам. Вон там был Фил, по-моему. Не берем машину, а разворачиваемся и забираем наш Street Fighter. И едем в Вайспорт. Сейчас мы встретим девушку, не знаю, у которой мы спросим о Мэри. Так, она говорит, что типа надо приехать туда, отвозим ее, и в принципе почти все там будет готово. Не знаю, сколько растянется это, эти видео. Надеюсь, это будет довольно длительный процесс. Дабы и у меня был материал для вас, и вам было что посмотреть. Потому что я смотрю, многим нравятся именно секреты GTA Liberty и Vice City Stories, хотя многие писали про GTA San Andreas, ну, в которую я не особо играю, даже вообще не играю, я там не проходил ее ни разу до конца. Не знаю почему, не особо мне как-то понравилась она. Так, ну что ж, заезжаем как бы. Так, берем оружие, один готов, и второй готов, все. Теперь находим наш почему-то валяющийся Street Fighter. Забираем его, а не одну из трех прекраснейших машин, которые послужат отличным пополнением для коллекции. Но так как они все-таки не уникальны, я заберу именно Street Fighter. И поэтому нам надо возвращаться к Мартинезу, ехать постараюсь я более-менее аккуратно. Насколько мне это получится, я не знаю, потому что я очень давно ездил именно в Vice City Stories. Тут все-таки, по-моему, немножко, но различаются там всякие падения и прочее, занос. А может, и мне кажется. Не знаю, давайте повернем сюда. И вот теперь самая, так сказать, ответственная часть. Самое главное, мы ни за что не подъезжаем к... куда? Ну да, к воротам на базу. Мы едем вот где-нибудь вот здесь. Приблизительно вот тут вот. Наверное, даже вот так. Оставляем наш Street Fighter. Давайте сделаем вид, что типа мы не закрывали дверь, если бы это была машина. Место это вот это. Нет, не вот это, вот это. И теперь уже бежим, не садясь ни в какую машину, естественно, в другую. Бежим. Ты что, офигел, что ли, мне преграждать путь? Бежим. Заходим, нас выгоняют из армии, бла-бла-бла. Вот, мы уже переоделись. И теперь надо вернуться к нашему стритфайтеру, который находится именно в том месте. Если бы мы как бы подъехали к воротам
на нем, то он бы благополучно бы исчез. Именно поэтому мы поставили его вот здесь. Так, а, у нас еще отняли все оружие. Точно. Ну ладно, возвращаемся к Филу. Он нам даст место, ну, жилье он нам даст, короче. Потом будет давать задание, но об этом уже чуть позже. У него, естественно, тоже будут уникальные машины, о которых мы поговорим буквально, ну да, в следующих сериях, так сказать, выпусках. Но, а сейчас нам надо просто доехать, не уничтожив Street Fighter, если это вообще возможно. Я просто не представляю, как можно неаккуратно ехать, чтобы уничтожить мотоцикл за одну лишь миссию. Мы уже приближаемся, я уже не знаю, что бы еще мне сказать. Я очень рад, что мы наконец пришли к GTA Vice City Stories хотя бы. Хотя я и люблю больше Liberty City Stories, но разнообразия всегда хочется. Вот по таким поворотам я уже давно не ездил. Точнее, перекрестком Т-образным. Ну ладно. Не страшно это. Приезжаем. В общем, тем, кто именно любит больше всего Liberty City Stories, сильно не расстраивайтесь. Все же, я не думаю, что это большая потеря. Ну вот, миссия пройдена. И теперь давайте поговорим о сохранении наших уникальных машин в гараже. Фух. Так как в GTA Vice City Stories гаражи сильно забагованы, и машины из них исчезают чуть ли не каждый раз, поэтому я вам всегда советую, прежде чем начинать какую-либо миссию, в которой вы хотите получить уникальную машину, обязательно делайте сохранение и проверяйте гараж на наличие всех тех машин, которые вы ставили перед этим, дабы избежать исчезновения. То есть, например, мы сохранились, у нас была, ну, допустим, у нас даже был этот Street Fighter. Мы начали следующую миссию, получили уникальную машину, радостно и отвозим ее в этот гараж и наблюдаем то, что Street Fighter исчез. Но так как мы сохранились, мы можем спокойно перезагрузиться и попробовать снова. И так до тех пор, пока Street Fighter не окажется в нашем гараже. Да, к сожалению, этот процесс очень, ну, муторный, возможно, но безопасность превыше всего, и если вы не хотите потерять никакие свои машины из коллекции, то советую вам поступать именно так. Ну, а также можно сделать, например, ввести двойное сохранение, то есть на одну и на один и на второй слот, чтобы, если вы случайно перезапишете одно сохранение, чтобы у вас всегда был резерв, который вас может выручить в той или иной ситуации. Ну что ж, с вами был я, Заза. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось это видео, так сказать, вступительное видео по GTA Vice City уникальному транспорту. Буду продолжать делать видео для вас. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока!